Всем привет! Вы на канале Лейсан и, конечно же, коротко о главном – новости туризма. Новая турецкая авиакомпания Southwind Airlines, которая аффилирована с Pegas Touristic, несмотря на некоторые трудности, все же начала летать из российских городов в Анталию. Туристы интересуются, есть ли питание на борту и какие нормы провоза багажа. Подписывайтесь на канал, чтобы быть в курсе последних событий из мира туризма. Самое главное, после запуска рейсов Southwind стоимость турпакета в некоторых регионах значительно снизилась. Цены можете проверить на сайте Travelata, где собраны туры от всех ведущих туроператоров. Ссылка в описании под этим видео. По информации, опубликованной туроператором, в сторону Турции Southwind летает из таких городов: Екатеринбург, Пермь, Новосибирск, Казань, Челябинск и Санкт-Петербург. С собой путешественники могут взять ручную кладь, вес которой не превышает 8 килограммов, а габариты ее 56, 45, 25 сантиметров. Бесплатно разрешат захватить еще 10 килограмм багажа, а за остальное придется доплачивать. За каждый килограмм перевеса с пассажира возьмут наличными в аэропорту $15 либо евро. Это примерно 900 рублей. Других способов оплаты этой услуги пока нет, но в качестве валюты принимаются как рубли, так и лиры. Коляски детские и инвалидные перевозят бесплатно. Животных тоже можно взять с собой на курорт, но предварительно нужно согласовать все с авиакомпанией. Вес питомца вместе с переноской не должен превышать 8 килограммов. Услуга такая стоит $65, это примерно 4000 рублей. Стоимость горячего питания входит в цену перевозки для тех туристов, которые летят маршрутом Анталия-Новосибирск-Анталия. На других направлениях клиентам во время перелета бесплатно предложат только воду. Еду можно купить за наличные, лиры либо рубли, во время полета, но прайса в свободном доступе пока нет. Что касается самолетов, то у Southwind их 4. Два широкофюзеляжных Airbus A330 и два узкофюзеляжных Airbus A321. Средний возраст парка 10 лет.